Погружение 18 метров, 18 минут. Я на 14 вопросе. Вот такие таблички у нас. Такие. Это табличка по... Сейчас скажу точно. По которой можно высчитать максимально допустимое время пребывания на дне и группу по азоту. Вот. Да. Да. Поэтому мы сейчас перешли уже на такой сложный совсем уровень. Ну да, вот в компьютере ты там проверь себя, делаешь задание? Да, обязательно, ты ж меня гоняешь. Я ничего не гоняю. Ну вот так мы вот и... Себя покажи. Да сейчас хочу. Такие же таблички делаю. Вот, готовимся.